Ну что ж, я вас всех приветствую, друзья. У нас индюшка, это Decimate Drive. В общем, нам нужно будет найти погибель в своем городе, точнее просто в горе, свою погибель в городе. А за нами будут охотиться машины. Да-да, именно машины. Новая игра. Да, я готов. В общем, будем бегать от машин. Ну, по графике, знаешь, если спросишь, почему я смотрю вот туда наверх, там второй моник. Там второй моник. Так, ну смотри, shift не работает. ASD понятно. А как прыгать? А что на мышку? Не понял. Ну, короче, так, парковка отеля нам нужна. Нам нужна парковка отеля. Парковка отеля. А, ну я вижу, вот отель. Я не знаю, насколько игра, я не читал, но имеет, кстати, положительные отзывы в Steam. Ну, отель закрыт, понятно. Отель закрытый, допустим. Кто? Короче, мне кто-то дал пиздей в самом начале игры. А, это меня куда-то везут. А, все, я понял. Я, короче, должен найти место, точнее, добраться до места, где меня прибили. Ну, это я так понимаю. Фонарик есть? А, сейчас понял. Он приходит в себя. Все, он пришел в себя. Фонарика нет. Прыгать, кстати, я... Еба, это оборачиваться. Подожди, я еще не разобрался. А я прыгать не могу. Но зато могу приседать. Это типа оборачиваться, да? Так, ну на шифте. Ну, на шифте вроде, знаешь, как бы бежит он быстрее. Или она, кто это? Рук не видно, поэтому непонятно. Мне туда? Нет, быстрее с шифтом никто не бежит. Короче, я перенажимаю все, что можно. Прыгать он также и не умеет. Пока что. Как ярко. Типа, что случилось? Спрашивает. А вот собственной машинки. Да? А, нет, это маяк. Корабль? Да вроде нет. Ну побежали. Я так понимаю, мне пока что нужно вот туда красной хероборине, да? Так, запись идет, все хорошо. Вроде бы. Вроде бы все хорошо. Ну, я думаю, мне пока что от красной к красной. Так, вот машинка. Стоит, сука. Да, пока что мы бегаем от телефона к телефону. Ну и, собственно, все.
Я пока не понимаю. Но это понятно, это я уже понял, что это обернуться. Это, короче, нас пока что... Опа! А вот и первая машина. Что это? Батарейки? Ебать! А вот и машинки. А вот и бешеные машинки. А я могу фонарь отключать? Тихо, блядь. А вот и бешеные машинки. Пока что одна. Так, телефон. Фонарик выключать я не могу. То есть меня будут палить постоянно. Тупо. Тупо. Я бы пошел туда, но я что-то стримаю. Давай сюда. А, все. Вот следующий телефон. О, там справа ездит бешеный автомобиль, который, собственно, нас хочет. Я просто что-то вижу. И что? Взять я его не могу. Я вот не знаю, это подсказки. То, что вот горит, фонарь подсвечивает, мигает. А я могу куда-то? Все забываю, что это оборачиваться назад. Так, пока что непонятно. Прыгать я также не умею. А может, мне и не надо прыгать? Короче, пока что идем от телефона к телефону. Что это? А, я думал, батарейки. Ну, пока что нет ничего. Если честно... Во, прыгать могу. Shift работает. Все, значит, сейчас начнется. Значит, сейчас все будет. Вот фонарик, то, что я выключить не могу, это, наверное, плохо. Ладно, побежали. Да, прыгать он. Это метель. Так, у меня садится фонарик. Я вижу батарейки. Охренеть. Короче, на каждом уровне, ну или через один, у нас будет возможность... Понял. Ага, вижу. У нас будет возможность находить батарейки и менять их. Ну это, по-моему, звук не метели, а машины. Так, ну бегать мы можем постоянно, что уже как бы хорошо. Что вот тут стояло? А, просто этот... Баки. Ну пока что... Опа! Нахуй! Ебать! Все, мне пизда. Нет, ладно, не пизда, пришел. А где мое ХП? Понял. Это пиздец. Это реальный пиздец. Я не понимаю, как мне от них бежать. Потому что когда я оборачиваюсь, толку. Я когда бегу, я не могу, ну,
лево-право вот так нажимать, то есть уже бредятина. А если мы по-другому пойдем? То есть сделаем вот так, а пойдем сюда. Даст это нам какой-то плюс? А, блядь. Все, ничего оно мне не даст. Машины выезжают оттуда. Со следующей точки. Сложно. Сложно. Бля, время без 20 час. Тихо, тихо, тихо. Нахуй пошла. Я попробую по-другому. Ну вот как мне от нее, блядь, увернуться? Ну я вот, блядь, я отпрыгаю, я ничего не могу сделать, нахуй. Быстрей. Нет бы подвезли, блядь. Давай сюда, едь сюда. Нахуй пошел. Все, я его за этого пока что. Я его застанил. Ну вот я отпрыгнул, понимаешь? Я отпрыгнул, ты ебаный кусок дерьма, блядь. Я не знаю, как их наебывать. А это тяжело, блядь. Я почему-то думал, это будет легче. Гост хаус, да. Гост, сука, хаус. Ой, гост карс, блядь, хаус. Ой, блядь, я уже вообще... Ну, время хули. Час ночи почти. Но... Танки? Что-то пикает. Что-то пикает, а мне нужна превьюха. Где ее, блядь, взять? Телефон я вижу. Можно было бы нагребсти танков. Но если сейчас оживут танки, ты представляешь, что это будет, блядь? Это будет пиздец. Где? Где следующий телефон? А, все, вижу. Но я так понимаю, пока что... Ебать! Ебать, да вы что, ебанулись? О, блядь, у меня мурашки пиздец бегут. Идите нахуй. Оба. Они застряли. Это мой шанс. Ебуть, какой это бред. Твое здоровье. А как здоровье посмотреть? А аптечка есть? Блять. А сложность какая? Ну, чуть выше легкой. Ладно, допустим. Возможно, надо поменять сложность, поставить легче, потому что... Это выглядит легко, но это нихуя не легко. Sound help. Что? Ну, звук. Подать, типа... Я понял, позвать на помощь. Слышу.
Вылазь, сука. А, блок может ставить. На превьюшку мне пойдешь. А пиздить их можно? Давай, блядь. А хуй тебе. Так, давай ты сюда подъедешь. Вот так. Ебись сюда. Молодец. А я пока добегу сюда. Блядь, сложно. Ох ты, блядь. То есть тебе ящики тоже похуй? Пошел нахуй, дрифтер хуев. Блять, я прям на него ненормально. Блять, нет, ненормально. Нет, все хуево. Надо, чтобы он въебался куда-то. Ну или так. Блять. Сзади, да? Это просто напряжно не передать как, блядь. Это просто напряженка. Так, ящики меня не спасут. Пошел он нахуй. Как же ж мне его забайтить, чтоб он куда-нибудь въебался? Где вообще телефон, блядь? Ебать, он хуй знает где, понимаешь? Он может разбиться? Он застрял. Нет, он едет. А, вот он где едет. Едь сюда! Долбоебина. Ебись ты нахуй! Слушай, давай я сделаю так. Я ебал. Это реально тяжело. Ну, пиздец. Я не понимаю, где телефон. Я не понимаю, где он. Как я его наебал, кажись, по красоте. Нет, я наебал сам себя, я зашел в тупик. Понял. А я могу? Стой. А вот и второй. Я знаю, что мне надо сделать. Мы сейчас попробуем забайтить, чтобы они, короче, вот сюда залетели. Получится у меня как-то это сделать? Мне надо вот сюда, чтобы они попали, и все. Они отсюда выехать не смогут. Блять, упал. Получается, та машина, она разбилась. Я не пойму теперь, где телефон. Это я иду назад. Телефон сзади быть не может. Короче, смотри, эта хуйня меня потеряла. Вообще полностью из виду. Так, ну оно далеко. Оно далеко. Оно тупое, я слышу телефон. Где-то тут. Да почему? Там же ж можно было. Блять. Ну, оно где-то прям тут.
А, блядь, вот он. Вижу. Так, ну смотри, они, он, короче, забагался в том. Он в него врезался. И все. Да, он катается там. Но пока что все хорошо. Ну, это сложно, пиздец. Я так понимаю, концовка в этой игре будет, это мы найдем то место, где нас... Sound more like wife music and help me... А, типа, музыка, может, ей там помогут или ему... А если бы еще на русском написали? Опа. Флешбеки какие-то. Блять. Да, в натуре какие-то флешбеки. Фрэнк какой-то. И все. Бегать я не могу, я пытаюсь. Это типа свадьба их или что? Это и... За кого мы играем? Судя по рукам, я хотя не понял, они оба другой нации или оба белые? Я не понял. Я не понял. Началось, блять. Но я уже вижу, что их тут несколько. Правильно, хуярьте друг друга. Меня не трогать. Так, ладно, один забайтился сюда. Все, 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 бежим. Они, короче, пока... Пока нормально. Иду, иду, иду. Блять, а он же сейчас погаснет. Хотя тут остановка. Куда? Вижу. Maybe I can trap one. Что-то там, cars. One. Одна машина, что. Ах ты, сука, ты ожил! Еще и с музоном. Нахуй пошел. Вот теперь заебись, будет не скучно. Так, мне их нужно сюда байтить. Так, тут нормально, мне надо... А, он врезался вообще конкретно, я понял. Все, пошли. Сука, битый. Вижу. Пожалуйста, пожалуйста, я тебя прошу! Ебать, как оно напрягает, сука. Это просто пиздец. Но прикольно. Реально прикольно придумали. Машины-убийцы, это вообще... Ага, вижу. Вижу, вижу, их надо сюда забайтить. Один байтится. Долбоебина. Ладно, подожди, нормально, пошли. Мне надо успеть добежать. Не, прикольная задумка, реально. Но почему это так сложно? Не, хотя вот сложность уменьшил, ну как, легче не стало. Но у меня хоть стало больше... А, выстрелы? Ганс-шот. Допустим. То есть тут люди есть? Пошли сходим. Нет. Я вижу уже там машину, не хочу.
Ага, вижу. Не, напряжно, блядь. Когда ты знаешь, что они... Блядь! Откуда он взялся, ёбаный рот? Это пиздец. Я не ожидал. Я не ожидал. Это пиздец. Это пиздец, откуда он взялся? А как мне с ним тут разминуться? Ну хотя, видишь, я на расслабоне, я сам виноват, я на расслабоне шел. Пошел нахуй. Так, он задом сдает. Я не, я понять не могу. Едет, сука. А почему ты с этой стороны, ты мудила? Они типа распавнятся? Куда теперь? Едь сюда, блядь, в остановку. Я не пойму, где, блядь, вижу. Пидорас. Осуждаю. Вот этого куда-нибудь бы, блядь, забайтесь, чтоб он врезался. Едут. Да сколько вас тут, блядь? Где следующий телефон? Ага, вижу. Я надеюсь, ты тут, сука, и... Вот тут и смерть твоя. Нет, блядь. Вот сюда. Я понял, он выедет теперь. Насрать. Насрать. Я застрял? Нет. Нахуй, молодец. Хорош, хорош, хорош. Блять, их двое. Заглохни, правильно. За... Не дави меня задом, блять. Иду, 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 иду. Где? Нормально чуваки делают. А, все, он застрял. Короче, их нужно как-то так байтить, чтобы они где-то застряли. По-другому, ну, не получится так. Это по-другому просто нереально. Следующий. И где, блядь? И где? Где мой спасательный круг? А, все, вижу. Ну, он застрял, это хорошо. Блядь, еще один. Это не телефон. А, телефон. Короче, он пока ему помогает. Да иди нахуй. Он сейчас выедет. Надо ускориться.
А, нет, нормально, пошли. Отлично. Вот это мы хорошо так. Ладно. Здесь. Ебать. Ну, я тут ничего не мог сделать. Где телефон? Ладно, пошли, пошли, пока нормально. Он там где-то застрял. Ебануться. Как же ж мне тебя... Вот тут, чтоб ты застряла, чмоня. А где телефон? Но я его слышу. Я слышу телефон, но я не пойму, где он. Скорее всего, в переулке. Я тут. Вот как же мне сделать так, чтобы ты, сука, застрял? Ха-ха. Долбоёб. Чё? Street lock safe. Алый кросс. Типа закрыта улица. А, мне сюда нельзя? Street lock safe. Как, блять, а где телефон тогда? Все, машина от меня отстала. Но у меня... Так как у меня фонарик мигает, мне походу пиздец в любом случае. Либо то выход. Вот тут я уже не понял. Где телефон? Ну она устала. Короче, мы за бабу играем, и она устала. Но я не слышу. Я не слышу звонка. Там ничего не будет. Значит, мне скорее всего туда. Тут реально ничего нет. Сколько там? Полчасика прошло? 33 минуты. Ну, я думаю, мне сюда, у меня выбора нет. Ну, я думаю, мне сюда. Но с ней что-то происходит. Блять, спина болит, пиздец уже. Сидеть, блять. Короче, нас поймали. Снова, да? It's really... А, да, это происходит по-настоящему, да. Я не вижу. Вижу. Да, полиция, ага.
Алина. Ты чё, ебанько, блядь? Ебать, там бульдозер ебошит. Чё, блядь, ебанулась? Алё, блядь. Он сгорнул, блядь, и машины, и меня. Охуеть. Что происходит? Кто-то завёлся. Ага, вижу. Интересно, у него бензин закончится? А если я вот так сделаю? А, нельзя? А если я хочу запрыгнуть на тебя? Нет, на них нельзя запрыгнуть. Сейчас, короче... Давай. Молодец. Побежали. Но я смотрю, у этой машинки управление... Да раз. Осуждаю. Ну вот я подпрыгнул, сука. Куда мне? Ну мне туда, да? А куда мне? А я не смогу? Бля, мне надо, короче, чтобы он меня сбил. Пока он там будет думать. У нее, короче, опять, видишь, плывет все. Опять что-то происходит с ней. Вот мне надо так, короче, чтобы он заехал сюда. Давай, давай, давай. Все, погнали. Все. Ну вот у нее опять что-то, или флешбеки, или ей опять, короче, плохо, типа. Ой, бля, пиздец, что-то надо. Под спину подложить, пизда, в спине, блядь. Тын-тын-тан-тан-тан-тан-тан, блядь! Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ебать, это музняк в тему. Где он? Нихуя себе. Иномарочка приехал. Это Ламборгини, по идее. Бежи, блядь. Ламборгунику пизда. Едет. Нахуй пошел. Сука. Какой же это трэш. Все, ему пизда. Да. Какой же это трэш. Какой-то реально трэш. Ну, блядь, он сзади. Я нихуя не вижу. У нее все плывет в глазах, и я реально не вижу нихуя. Это лед был, вода, речка. Вот он, сука. Для батарейки.
Отлично. Ну да, короче, батарейки дают раз в два уровня. Плюс-минус. А, все, 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 пошли. Пока они меня, короче, потеряли из виду. Сука, едет пидор. Отсосямба. Отсосямба. Блять, ты еще свет включил? Ты что, долбоеб вообще? Давай. Давай, сука. Смелее, блядь. Едет. Чмоня. Блядь! Сука! Да как так? Блядство. Давай еще раз. Блядь, ну я ж запрыгнул, сука. Я из-за этой паники... Нормально. Все четко. Было бы. Спокойно. Спокойно. Едет. Ебануться! Блять, откуда он там взялся? Короче, если что, да, будем так и делать. Периодически залазить сюда. Сычара, блядь. Где он? От сохранения есть? Нет. Сохранения здесь нет. Где телефон, блядь? Вот там. Где он? Едет. Будем пробовать его байтить на камни. Он, по-моему, задом стоит. Едет. Ну, въебись в камень. Умный, сука, водятел. Маяк, быстрее, можно? Я нихуя не вижу. Радует, что тут лед. А, все, он там нормально, он крутит. 5 очка дает. Какой же это... Так быстро, блядь. Это было больно. Да едь нахуй отсюда. Так, ладно, один забайтился удачно. Их надо сюда, короче, на воду тянуть. Как не повезло сейчас. А, вижу.
это пиздец. Все, до свидания, нахуй. Рискую сильно. Да, блядь, я не попадал под него. Блядь, назад вообще идти. А, все, норм. Пошли. Пока есть время, погнали. И он же ж, блядь, и на меня ты сразу выехал. Конечно, как же ж ты, блядь, так... Короче, да, все, вижу куда. Где он, блядь? Охуеть, снега... Ой, молодцы. Снегоочиститель дал пиздей тому. Заебись. Нормально, они там пока в контрах. Ебать. Жестко. I can't, I'm so tired. В душе не ебу, о чем ты? А, ну все спокойно идет, то есть нормально. То есть все прекрасно, как бы. Ну, она что-то за музыку. Все, блядь, начинается. А, не, хотя бегать я не могу, значит, все хорошо. Да. Жестко. Там что-то жесткое. Трансформер, блядь. Это пиздец. Не, бегать я также не могу. Поэтому нормально все. Ага, флешбеки. Андреа. To fall asleep. Нож. Нож. А еще будут объяснения? Я пока не понял. Хуёво здесь... Блядь, где мне превью взять, а? Хуй его знает. Ну, машины эти, да, это, конечно, дичь полная. Все, а тут я уже умею бегать. Вопрос только куда? Я тут что-то слышал. Я телефон не вижу. Я не вижу телефона, я его даже не слышу. Телефон. Да. А, все, отлично, он куда-то вообще в ебеня уехал. Только не иномарка.
Не, ну это вообще пиздец. Три штуки, три, блядь. Три. Мать твою. Трое, блядь. На одну беззащитную девушку, ёбаные убийцы машины. Твари. Вижу. Ну я услышал. Да иди нахуй ты. О, поехали, 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 поехали. Стой, высади меня. Спасибо. Пизда мне сейчас будет. Надо его вот сюда забайтить. Забайтил, проверяй. А нет, забайтил. Минус один. Ты тоже иди нахуй. Так, объезжает. Объезжает, блядь. Короче, есть ловушки. И в принципе... You are dead. В общем, все, будем заканчивать. Такая вот игрушка, короче, прикольная. Знаешь, чисто так пофаниться, побегать можно. Все, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять свои комментарии. Ну и все в этом роде. Все, ребят, всем приятного просмотра. Всем пока.